Петербурге с конца апреля на маршруты выходят новые двухсекционные автобусы МАЗ-216-066, закупленные городскими властями в 2020 году. Всего в мае-июне в город прибудут 100 таких машин. Новый подвижной состав единого лазурного цвета появится на маршрутах номер 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127 и 172, сообщили в пресс-службе Смольного. Впервые созданный на Минском автозаводе сочлененный автобус с толкающим приводом МАЗ-216 демонстрировался на международном автобусном салоне Busworld Russia 2018, который проходил в Москве с 23 по 25 октября 2018 года. С момента начала выпуска в Минске сочлененных автобусов, первой в серию в 1997 году пошла модель МАЗ-105, двигатель на них размещался в колесной базе тягача, это так называемая тянущая схема. У нее были свои плюсы. Цена по сравнению с толкающими конкурентами ниже, безопасность выше. Но минусы – теснота в салоне, перегрев и загазованность – давали о себе знать. Особенно много нареканий в этом смысле вызывала гармошка второго поколения – МАЗ-205. Модель представлена в 2009 году. Уж слишком много места в салоне автобуса занимал громоздкий шкаф с силовой установкой. Позже завод предложил более современный МАЗ-215. Массовые поставки начались с 2014 года, с 5 дверными проемами и уменьшенной в размерах моторной шахтой. Часть оборудования разместили на крыше, из-за чего там появился характерный горбик. Однако, по мнению многих пассажиров, в час пик в головной части автобуса все равно тесно и неудобно. Новейший МАЗ-216 просто создан для комфорта пассажиров. Двигатель и коробка передач в этом автобусе размещены в хвостовой части прицепа, ведущим является мост второй секции. 100% низкопольность в салоне сохранена. При этом высота пола над уровнем дороги не более 340 мм, при наклоне кузова на остановках не более 270 мм, благодаря системе книллинга. В тягаче теперь будет просторно. На месте моторного отсека появилась большая накопительная площадка, на которой оборудованы места для крепления сразу двух инвалидных колясок. Значительно ниже теперь будет и уровень шума во время движения. Как рассказывает главный конструктор по пассажирской технике Минского автозавода, МАЗ-216 получил полностью новый кузов, его пришлось спроектировать с нуля, но, безусловно, в общей стилистике 200-го семейства, с учетом максимально возможной унификации. По сравнению с 215-й моделью, новая гармошка имеет укороченную колесную базу и уменьшенную на 750 мм общую длину. 18-метровый кузов – это то, что требует от сочлененной машины европейские перевозчики. Вообще, МАЗ-216 создавался в первую очередь как экспортный продукт, с прицелом на страны Евросоюза, в том числе на польский рынок, где минские автобусы пользуются спросом у частных перевозчиков, для которых важны доступная цена и кратчайшие сроки поставки техники. Новая гармошка имеет 4 дверных проема, формула дверей 2-2-2-2 и несколько вариантов компоновки салона. Версия МАЗ-216-066 рассчитана на перевозку 171 пассажира, при этом в салоне размещено 40 мест для сидения, 24 в тягаче и 16 в прицепе. Для сравнения, у МАЗ-215 при большей длине пассажировместимость составляет 176 человек, но мест для сидений меньше, только 35. Агрегатная база на новом минском автобусе от ведущих мировых производителей. Модификация МАЗ-216-066 комплектуется 326-сильным двигателем Mercedes экологического стандарта Евро-5. При этом моторный отсек новой гармошки спроектирован так, что в него без проблем поместится и двигатель уровня Евро-6. Коробка передач автоматическая Эллисон. Ведущий мост и оси CF. Максимальная полная масса автобуса 28 тонн. Автобус оснащен электронными системами торможения и управления уровнем полом. Радиус разворота 11,5 метров. Максимальная скорость 85 км в час. Узел сочленения для новой гармошки изготовила фирма Hubner из Германии. Причем данная модель механизма применена впервые именно на МАЗ-216, в этом его уникальность. Предусмотрено наружное освещение дверных проемов и аварийное открытие дверей снаружи и изнутри с защитной крышкой. Новый автобус получил кондиционер пассажирского салона Valeo Revo Global 250 с функцией обогрева и блоком микроклимата в кабине водителя. Кроме того, данная модификация комплектуется крышками-вентиляторами, 4 в салоне и 1 в кабине водителя. Все окна со сдвижными форточками. Рабочее место водителя от салона отделяет сплошная перегородка, разделяющая передний дверной проем на две части. Центральная панель щитка приборов с ЖК-дисплеем, левая и правая панели имеют измененную конфигурацию. Новый автобус оснащается мультиплексной системой управления электрооборудованием,
электронно-цифровым тахографом, системой видеонаблюдения. Информационная система работает совместно с системой информирования пассажиров.